школе номер 6 состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти выпускника данного учебного заведения Наримана Сулейманова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Приняли участие в мероприятии почетные гости: председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров, члены Президиума Народного собрания региона, глава города Борис Гонцов, герой России, секретарь Совета безопасности Республики Дагестан Магомед Баачилов, военный комиссар Республики Дагестан Дайдбек Мустафаев, члены Совета представительных органов муниципальных образований при Народном собрании Республики Дагестан, родители и близкие погибшего героя, а также жители Каспийска. Мы увековечили память героя, отдавшего жизнь за Родину. Он одним из первых стал на защиту нашей страны, потому что любил ее и был предан ей. Нариман Сулейманов погиб во имя жизни других людей. Нариман Сулейманов окончил школу номер 6. Был добрым, отзывчивым, дружелюбным и скромным юношей. Принимал активное участие в спортивных мероприятиях, был смелым и решительным. Он служил в рядах российской армии. Нариман Сулейманов за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга награжден орденом мужества посмертно. Наступило сложное время. Он проявил в себе самые лучшие мужские качества. Качества сына гор, дагестанца. И пошел в числе первых на выполнение боевых задач. Я прошу школьников, учеников, педагогический состав помнить наших ребят. К сожалению, уже не первого. И гордиться их именами. Родителям хочу высказать слова соболезнования, огромные слова соболезнования. Вечная ему память. Отметим, что сегодня среди воинов, участников специальной военной операции, сотни каспийчан. Каждый день, каждую секунду они рискуют своей жизнью, чтобы уничтожить неонацизм на Украине. К великому горю среди наших земляков есть погибшие. В памяти Наримана Сулейманова и всех павших за свободу и независимость нашей страны была объявлена минута молчания. В завершении семья погибшего военнослужащего поблагодарила всех за организацию данного мероприятия и поддержку.